Добрый день, приветствую вас из Италии в сентябре. Меня зовут Наталья, если кто-то еще со мной не знаком, тем более, что у меня прибавились новые подписчики. И приглашаю вас сегодня в супермаркет «Фамилия». Мы нашли тут шикарный супермаркет. Он дешевле, чем предыдущий, который я вам рассказывала, «Али» и «Лидл». Очень огромный супермаркет, хороший выбор, есть что приобрести. Поэтому давайте с вами посмотрим, что можно купить в этом супермаркете. И, конечно, посмотрим, какие цены. Оставайтесь, будет всем интересно, кто отдыхает в Италии или в Лидо де Езоло, в частности. Виноград стоимостью 2 евро 69 центов за килограмм. Также есть и немножко дороже, 3,3 с лишним. Но вот мы брали за 2,69, просто шикарнейший виноград, но с косточкой. Цена за хлебобулочные изделия на ценниках за килограмм. То есть булочки можно приобрести за 5,90. Конечно, нужно взвешивать. Выбор хлебобулочных изделий в этом супермаркете очень неплохой. Цена, по-моему, самая дешевле, 3,90 за килограмм. Сухофрукты, конечно, дороговато. Сушеный ананас 250 грамм за 3,80. Орехи тоже у них не дешевые. Грецкие орехи 0,5 килограмма за 3,50. Персики нектаринные за килограмм по 3 евро. И также есть в упаковке килограмм 2 евро. Такая же цена, как и в Германии. Томаты килограмм 2,60. Ну, вот такие большие томаты. И небольшие томаты, черри, 0,5 килограмма за 2,40, а 300 грамм за 2 евро. А эти большие помидоры за 3 евро килограмм, но, как вы видите, они немножко, конечно, зеленоватые. Изюм, сухофрукты по 400 грамм за 2,30. Ну вот на сухофрукты, орехи, конечно, цены у них высоковаты. Финики упаковка 400 грамм за 2,80. Муж рассказывает, что в Германии он их купит дешевле. Здесь огромный выбор разных тортеллоний с разными начинками, с мясом, со шпинатом, с сыром, с грибами. Огромный выбор, но упаковки 250 и 0,5 килограмма. Цены вам показываю, в принципе, средние цены. Тортеллони с мясом 0,5 килограмма за 1,90 €. Я хотела взять тортеллони с грибочками, но там 250 грамм, 1,45 €. Муж сказал, с грибами ему не подходит, нужно с мясом. Поэтому взяли с мясом. Посмотрим с вами нарезку, колбаски салями. Ну, здесь расфасовка по 100 грамм, цены 3 евро. И, как вы видите, не дешевые. Но цены есть и по 4,69. В принципе, на колбаски, конечно, цены дороговатые. Но, в общем, в этом магазине можно купить дешевле морепродукты, что тоже немаловажно. Поэтому в любом случае я этот супермаркет рекомендую по сравнению с другими. Здесь цены намного дешевле. Давайте с вами еще посмотрим дальше. Есть смысл в него приезжать. И вот сколько мы отдыхаем в Лидо де Езоло, я никогда здесь не могу найти каких-то вкусных пирожных, тортиков. Все такое вот на вид не очень презентабельное, да и на вкус. Очень часто берешь их знаменитые каноли, а там крем из маргарина абсолютно невкусный. Поэтому еще мне не удалось попробовать что-то очень вкусное. Единственное, вот мы брали фабричный тирамису, вам покажу, как он выглядит. Он, в принципе, неплохой. Здесь печенье 1,35 € за 100 грамм, то есть оно тоже на вес идет. Пиццу в этом магазине тоже можно приобрести. Самая дешевая 2,30, 2,50 и 2,70. Это, наверное, с какой-то колбаской, наверное, за кусочек. Также здесь отдел готовой продукции уже есть. Куры запеченные 7,20. Цены на ценниках это за килограмм.
нарезки сыров здесь, как правило, по 140 грамм, евро 70, цены разные, но в основном граммовка 140 грамм. Брали мы сыр проволоном, очень понравился, тоже граммовка 140 грамм, евро 80. Конечно, граммовка по 140 грамм немножко удивляет. Хотя бы 150, ну 140 грамм прямо как-то необычно. Но также есть граммовка здесь, очень редкая упаковка, и 400 грамм. И вот показываю вам упаковку 400 грамм, стоимость 4 евро. Большой выбор здесь. Моцареллы, буррата, моцарелла 125 грамм, евро 90, но здесь, кстати, очень-очень много, буффало, моцарелла, все-все можно здесь выбрать. Показываю вам киндер, вот эти сэндвичные пирожные по 4 евро, цены разные, 2,50, кто в Германии живет, точно знает эту продукцию и знает примерно, сколько она стоит. Готовая рыбка, как сардина, 19,50 за килограмм. И вот эта упаковочка 224 грамма, 4 евро. А вот у них тоже эти крабовые палочки есть. А это что-то интересное в баночках, может быть какая-то приправа, я, честно говоря, не знаю, что там написано на итальянском, 6 евро 30 центов за такую баночку. Красная рыба, упаковка 250 грамм, стоит практически 11 евро. В Германии у нас дешевле. В упаковках вяленый или может быть даже подкапченный марлин, 100 грамм, 7 евро. Красная рыба норвежская, 100 грамм, 5 евро 50 центов. Ну, немножко дороговато, но в других магазинах Италии это еще дороже. Перец фаршированный сыром, 33 евро 50 центов за килограмм. Оливы тоже цены разные, 12 евро 50 центов за 100 грамм и 9,90. Посмотрим с вами рыбный отдел. Кольца кальмара уже почищенные, 13 евро 90 центов за килограмм. Креветки очищенные по 30 евро и хвостики креветков в панцире по 13 евро за килограмм. Креветки вот такие целые по 13 евро 90 центов за килограмм. А здесь мы готовая продукция фритто миста по 20 евро за килограмм. Очень вкусная, мы брали, нам очень понравилось. Показываю вам, какой здесь шикарный ассортимент морепродуктов, рыбы, креветки, кальмары, все здесь есть, можно выбрать, все красивое, чищенное, не надо уже дома чистить или взять полностью креветки, которые нужно чистить. На любой вкус выбор есть. И цены, в принципе, здесь самые дешевые на морепродукты, которые я видела в Лидо де Есало. Все детально стараюсь вам показать, но здесь не такой большой прилавок, а, как вы видите, все наложено очень плотно. Поэтому, надеюсь, вам было понятно и вы рассмотрели. И посмотрим с вами мясо. Мясо, как правило, стоит вот 32 евро 40 центов за килограмм. И такой кусочек 11 евро за 340 грамм. Еще вам показываю мясо по 19 евро 30 центов за килограмм. И такой кусочек, там маленькая косточка совсем чуть-чуть, 560 грамм за 10 евро 80 центов. А здесь уже мясо в панировке, только осталось положить на сковородку. Тоже, видите, есть дополнительная скидка на многие ассортимент, минус 30%.
А это мясо похоже на индюшатину, 11 евро за килограмм. И вот этот кусок 630 грамм, 7 евро. Перепелки 9 евро 50 центов за килограмм. И здесь вот в этой упаковочке 727 грамм, практически 7 евро. Куры похожи на домашние, 8,50 за килограмм. И вот эта курица 5 евро 30 центов. Куриные бедра 5 евро 40 центов за килограмм. И в этой упаковке кило 660 за 9 евро. Ножки куриные за 5 евро килограмм. В этом супермаркете также можно взять вино на разлив, 2 евро 18 центов за литр. По-моему, здесь 6 разных видов вин. Молоко, стоимость евро 70 за литр. И самое дешевое в бумажной упаковке евро 25. В этом супермаркете также есть сеточки, где продается одежда. Спортивные брюки за 18 евро. И худи спортивные от Adidas можно приобрести за 30 евро. Худи без капюшона, какой-то уже другой торговой марки, тоже стоимостью 16 евро. Посмотрим с вами, почем продаются вина в Италии. Бутылка 5 евро 30 центов. Цены, в принципе, разные, но совсем дешевых вин я не увидела. То есть уже 5 евро и выше. Очень симпатичная бутылка просекко, еще в такой пленке обтянута красивой. 6 евро бутылка. Также с вами посмотрим и пиво. В упаковке 3 бутылки пива, 2 евро 25 центов. Также в этом супермаркете еще большой выбор мороженого, хотя уже вроде осень, но в Италии еще тепло. Полкилограмма, как правило, стоит 4 евро, но за такую цену можно взять и килограмм. Ну, я думаю, что меньшая расфасовка за такую цену будет вкуснее. Вот этот торт мы брали в прошлый раз, нам понравился. Здесь упаковка 400 грамм, тирамису, 2 евро 25 центов. Так, девочки, нашла самый лучший супермаркет в Лидо де Есла. Называется «Фамилия». Мы закупились на 56 евро и показываю вам быстренько, что мы купили, чтобы вы имели понимание. Я, конечно, цены вам в видео поснимала, но на всякий случай взяли две упаковочки мороженого. Здесь, по-моему, полкилограмма где-то я видела. И вот такое мороженое еще взяли. Взяли тортик. Мы брали вот этот тирамису, нам очень понравился, и поэтому взяли два. И еще такой взяли шоколадный, не знаю, попробуем. Персики эти по 2 евро, евро 99 упаковка, как в Германии цена. Это инжир, конечно, дорогой у них,
6,99 килограмм. Вот на 600 грамм 4,30. Это виноград, большой синенький виноград, очень красивый. В прошлый раз мы брали, мне понравился. Стоит 2,89. Цена, по-моему, даже у нас в Германии дороже. Видите, кило 80 на 3 евро. Вот такая большая упаковка. Взяли такие сухарики попробовать. Они 1,49 €, по-моему, стоили. Хлеб тостовый взяли на всякий случай. Решили взять просекко. Не знаю, будем пить, не будем. Или домой повезем. Ну, взяли. И муж взял пиво Бавария. Виталий пьет Бавария. Ну, бывает. Так, тортеллони взяли. Большой выбор там разных тортеллони. Я вам показывала. И вот такой полкилограмма. Тоже что-то недорого. Взяли сыр моцарелла на тосты. Здесь 130 грамм. И провола. Мы брали в прошлый раз проволу в Али. Нам очень понравилось. Тоже взяли. Этот раз 140 грамм. Так, взяли это фрукты. Фрутомиста, да? Фрутомиста. Это морепродукты уже готовые, все приготовленное. Мы взяли килограмм. Получается, они по 19,90. Нам два пакета насыпали. И мне понравилось это фрутомиста тем, что в ресторане не было гребешков там внутри и не было тунца. А в магазине даже тунец и гребешок сюда добавлен. Очень вкусно. Так что я вам могу рекомендовать. И в ресторане мы кушали 17 с копейками за порцию, а здесь за 19,90 килограмм. Ну, если вы вдруг не захотите идти в ресторан, или вам нужно быстренько что-то для семьи, мы вот этот полкилограмма два раза кушали. Поэтому вот такой вот наша закупка. Ну, конечно, мы ничего кушать не купили, это так, ни о чем. Вы же сами понимаете. Так, 56,28. Вот это мы взяли. Фрутомиста 10,27 и 9,79. Так, и просека 6 евро без 2 центов. Такая маленькая закупка. Этот супермаркет могу вам только рекомендовать. Даже некоторые позиции дешевле, чем в Германии. Поэтому однозначно это пока не самый лучший супермаркет в Лидо де Езово. Надеюсь, вам информация полезна. Спасибо вам. Удачи. Жду вас в новых видео. Тут у нас такая картина красивая. Пока-пока.